Всем привет, с вами канал Сиро де Лис. Мы сегодня играем в игру под названием Contagion. Выведена на игре, создана на движке Source. Я очень давно в нее не играл, и я бы очень хотел в нее сейчас поиграть, собственно. И надеюсь, игра мне это даст. И программа тоже, потому что что-то сейчас мне пришлось почти полчаса настраивать программу для того, чтобы, собственно, заснять. Я хочу поиграть в режим Hunted, то есть против игроков, хотя... Нет, или Escape. Нет, давайте Hunted попробуем. Я давно не играл режим... Нет, стоп. Давайте посмотрим, сколько players. 5 игроков на одном сервере. Что-то как-то очень мало в последнее время стало игроков. Ладно, Hunted. Как тут я уже забыл. Джойн сервер. Я помню, один раз пытался поиграть, и мне выпала вот эта карта, вроде Аврора Эстейтс. И, если честно, мне не получилось все-таки в нее поиграть, потому что вот остановился где-то на этом уровне. Ну, хотя вы, наверное, не видите мой курсор, я не знаю, видите или нет. Остановился перед концом и не грузилась. Я ждал минут 10, не грузилась, и я просто тупо Alt F4 и выключил ее. Надеюсь, мне на этот раз загрузится игра. 2 FPS, кстати, при загрузке. Единственная старая игра, где у меня так много FPS при загрузке. Ой, мало FPS при загрузке. Ну ладно. Инициализация мира. Вот у меня также на инициализации мира застрял. Кстати, надо убрать геймпад. Он будет мне тут мешать. Retrieving game... Пошло дальше, чем... да. Сейчас мы поиграем все-таки. А я уже забыл тут персонажей. Почему? Это странно у меня. Я вот что-то... Нет. Только из двух я могу. Вот этот парень. Мне он этот правильно нравится. Парень. Окей. Мне нравится этот режим. Там парень зомби забирается, офигеть. Прям вот. Паркур. Умри. Минус один. Тут можно залезть. Круто. Пойду-ка я к ним уже. Блин, вот здесь в этой комнате. Вроде нет. Не в этой, значит. Давай-ка здесь вот кто-то. Ваншот, хедшот. Круто. Прописал. Паренек. Ладно. Попробуем еще раз. Uncle Bitter. Кто-то получил достижение. Тедди Рукспин какой-то. Нет? Round end results. Фу. Survival skilled. One. Нанесено мне было 92 урона. Или я нанес... Badge Results. Easy Prey. Ну, никто не был Easy Prey, это хорошо. Хордером был Джеймс. О, ё-моё, MP5K. Надо пойти с ребятами встретиться уже сразу. Это... Окей, один ливнул. Как мобилу открывать? Я уже забыл. Ладно. Вот ребятки у нас наши. Вроде бы. Да, это люди. Это люди у нас. А то бегут. Я с ними, наверное, пойду. Конечно, ман. Стамина. Встаешь иногда. Кто тут играет? Два человека. А зомби играют?
То есть есть будут зомби вообще? В этой катке. Патный, наверное. Хотя я не уверен. Рукопаш, даже снаряжение. Окей. Бум. Можно тут открыть? Нет, я пойду наверх. Extraction point. Привет. Ох, что? Если пробраться через стекло, то урон вносит. Круто. Я не знал. Привет. Ох, нас тут много. О, патроны. Тут уже расстреливают всех. Мыло. Живая еще была. Что-то не вижу нигде оружие для рукопашки. Вот этот парень тут стоит, мне не нравится сейчас. Сейчас мутирует парень. А, это выживший? О! Граната. О, нейлган. Хотя у меня гвоздей нету. Ты ж не знаю, зачем он мне. Можно в машину залезть? Скейт нельзя взять. Сейчас уже расстрелы жесткие просто идут. Я, пожалуй, потише сделаю звуки. Сфекс. Мне пушка светишь в глаза. Фига себе, на полое внутри, вот этот графон. Ладно, шутканул, конечно же. Эй, люди. Умрите. Тут не нравится, как мозги разносят просто. В щепки. Что-то ребят тут идут. Вот ты кто-то у нас такой, зомби? Нет, не зомби. Кидоки. Черт, их надо что в голову, да? Либо в голову, либо никак. А мне кажется, они чувствуют боли зомби, потому что когда им стреляешь в ноги, они даже не хромают. Ух, лол, парень. Не-не-не, мы такого не пробьем. О, убил? Как так-то? Читер какой-то. No scope! Не нож взять? Чего нож нельзя взять? Это же вообще дискриминация. А, он за мной ходит, точно. Я же взял с собой. Adventure time. Ох, ты чё, малыш? Не шали так. Ты что меня не прикрываешь, дурень? Черный. Выходим через задний двор. О, нет, мне кажется, о, черт. А, нет, он жив еще, смотрите-ка. Живущий маленький состранец. One of them. Одна из них, типа, на зомби стала, что ли. Мне кажется, у него от него пуля отрикошетит. Как открывать телефон? Ой. Это был общий чат голосовой. А я странно у него сказал что-то. Но тут играет вообще? А. Locations. Потому что мы могем. Тут никого нет, ты понимаешь, небезопасно, тут никого нет зато. О, пошли барабанные установки, там круто, наверное. Понты. Что-то такое. Барабан. Можно по барабанам поиграть? По барабанам. На гитаре. О, гад. Что-то.
Тут больно. Хотя, наверное, мне надо к ним прийти, а то им больно там. Без меня. Че там кто стреляется? Я вот... Это ж какие-то непонятные выстрелы. А нам надо время какое-то привести? Ага, 0 секунд осталось. Эй, выживший. Сейчас тут зомби. Эй, друг. Сюда. О, его убили. И меня убили. Пойти убить их. Так. 10 фолловеров. 15 возможных. Я офигею. Так, сколько их осталось? Колга таракан. Оки-доки. Окей, осталось 2 игрока. А, как они там оказались? Я тоже так хочу. Переползаем. А, окей. Там выстрелы. Что с тобой? Прости. А, ты за мной. Ну го. Пошлите, ребят. Затусим. А, это типа, чтобы... Им казалось, что я зомби обычный, а там баска. Оп. Нет смысла это делать. Где они? Где-то тут я слышал выстрелы. Да, вот где-то там выстрелы. Оки-доки. В Кубаше здесь территория, слушайте. Я не думал, что она такая... Тут забор был сломан, а я туда все равно пошел. Туда нельзя? А, нет, можно. Ага, здесь кто-то был. Так. Где-то тут. Под покровом ночи. Здесь, что ли? Ну, может быть, то, что здесь забаррикадированы окна. Ох, лол. О, топор. Да. Там они. Я слышал их там. Они там общались. Ох, почти убил. Надо было четко. Класс, четко. Так, окей, ну я рядом тут. Собственно, это хорошо. Прям около этого дома. Эй, ты! Святой водички попей. Он меня убил! Как? Я чувствую себя нубом. Меня убил бот. Кидоки. Ай, меня убили. Ладно. Я же им приказал, что они не идут. Глупые. Ну что, глупые? А, я застрял, кажется, в текстурках. Чего я тут застрял-то? Чего я идти не могу? А, было на машину запрыгнуть. Даже паркурщик.
понятно. А не в гараже. А что с этим делать? О-о-о. Я буду их караулить тут. Сейчас выйдут, наверное. Окей, они идут. Что-то их много тут. Может, как ассасин на них напрыгнуть? Просто убить всех. Незаметно. Надо оставаться незамеченным. Надо паркурить. Ах, я ноги сейчас сломал. Yeah, Kent Mouse, Kitten Mouse, dinner for me and you. Окей, я убил Survivor, и меня засчитало 2 достижения даже. Чувак сразу 3... На, один худший и 2 лучших он. Больше всех подбирал, там что-то больше, что-то там. Всех, больше всех стрелял. Промазывал, ну, стрелял мимо, наверное, именно. Ронака Полис Департамент. Ронака ПД. Я бы поиграл сейчас в Хаунт игроки против игроков, правда, я не помню. Это не Хаунт, наверное. Это PvP какой-то. Я же забыл, как этот режим называется. Опять? О! Вот за это я всегда буду рад играть. Кола? О, черт, это карта. Мне даже не хочется в нее играть. Уже хочется выключить игру из этой карты. Не люблю ее. Ох, ну нафиг! Иди. Так. Ты игрок? О, да, это игрок. The Fast Power. Ну, можно тут защититься тут? Как бы, собственно, это... Из-за того, что тут очень, ну, мало пространства, тут легко защищаться. Get down, bitch! Get down! Что-то я вообще косой какой-то. Я даже в шоке. А что здесь у нас? Пусто. Не верю. Как телефон открыть? А, Nokia. This door. Привет. Как все, что-то можно активировать? Господи Иисус! Тупые подарки в кроссеру вот. Что никому не нужны? Фига вы, извините. Кого-то вы нужны кому-то. Чем мы тут столпились? Го гулять. Патрон мог закончиться. Я не думаю, что здесь они все обыскали. Я думаю, здесь есть еще что взять. Что такое они за мной идут? Такое еще вот это сурвиворы, которых ты приютил. О! Мы не единственные, тут еще есть выжившие. Окей, ну он-то тут, наверное, все обыскал. Еще один, Blackout. Тут все обыскано, если честно. Ник, I found the case, follow me, and I can open the door to guard station 1. Ты что ли черный, который приезжал сейчас? Ты что ли? Ты что ли таскал ключи? Оу, он заглушитель сейчас будет стрелять всех. Вау, он реально стреляет.
Ну? Нету никого в Station One-то? Чё такое? Тут у тебя же ключи должны быть. Station One? А или это не он нашел ключи? Нам нужен фан, больше фана. Где веселье? Где контейджен, который должен быть? Господи, какой яркий свет. О, привет. Дальний выруби. Так, что у нас тут? Что-то у нас тут баталии происходили какие-то. Вау. Трупы двигаются все-таки. То есть это... понятно. Не очень хочется мне туда попадать. Привет, ребят. Ну что это опять тут? Again, the guard station is open. We need to activate the control panel. It's activated the control panel. We need to head off cell... Господи, cell block B. Это там же вроде, куда, откуда я сейчас ушел. Окей, я побежал. А, видать, тот чувак все-таки открыл. Я забыл сказать, где. А, дальше. Господи, у этой девчонки такая маленькая стамина. Она зато на быстрый генец. Хотя нет, наверное, так же, как и обычных, только. Ребят, оу, дробаш. Мы защищены, ребят. У девушки дробаш. Здесь девушки водят плохо, не относятся к дробашам. Они же не могут водить дробаши. No, not shoot your friends. У меня же патрон закончится. Вот и все. А зачем? Но пусть будет. Ха-ха. Просто угораю уже. Он бесконечный? Я просто уже упарываюсь, конец. Убейте Амбала. Let's go. Как подобрать? Как подобрать патрон? Нельзя никак? Ладно, буду им светить. Как он бьет им? Я тоже хочу. Окей, я выбросил. Я тоже выброшу. Я буду ходить с мобилой. Не-не-не-не-не, чувак. Потише. Тише. Нет. Паркур. А, я укусил за попку. Какие у тебя ноготки красивые. Ой, графон. Ой, зомби. Ну нафиг. Привет, чувак. Привет, чувак. А мне бы тут оружие хоть какое-нибудь? Или патроны? Brave Deathmed Kit. Спасибо. Я возьму его и буду всех лечить тут. Направь кнопку мыши вроде бы других, на себя левую. Там взорвалось.
Все, типа, покойся с миром, ребята. Ладно. Нет, еще живы, а что тогда взорвалось? Ух ты, ты что за парень, у него такое лицо прям. Прям вообще лицо. Как открыть телефон теперь, когда у меня два движения? Как бить? Open this door. Найдите как open this door. Ой, все. Ой, все. Ой, нам конец, ребят. Мы все умрем. Он превратился в зомби, я обезоружен. Как бить рукопашку, я не знаю. Как а наверху, что, кстати? Я не знаю, просто буду ходить с пистолетом пустым, типа, угрожать. Типа, смотри, у меня пистолет. Не пущу. Здесь как-то опасно. А что мы должны сделать вообще, если честно? Мы должны куда-то уйти отсюда? И что мы вообще, зачем? Мне здесь хорошо. Ну что, что зомби, они ежняшки. Ну что, найду сейчас как это? Options, контроллер. Ой, контроллер. Keyboard, edit. Primary attack. Mil attack. А, на V. Окей. А можно? Медпаком можно? О, можно приносить смерть. Не надо. Я нет. Черт, я тебя не про. Нет. Привет, ребята. Огнетушитель вам всем. Огнетушитель вам всем в харю. Огнетушитель. Огнетушитель. Ой. Качина. Чинись. Чинись. Я починю себя. Есть, я починил. Все хорошо. Можешь вниз? Майами плей ливнул из игры. Этот мне парень нравится. Кстати, мне парень нравится. А что мы тут делаем? Защищаем? Да там что-то зомби упаруются. Ты зомби мне не нравится. На тебе по щам. Не хочу я умирать. Не! Нет! Меня зажали! Зажимают вообще опасные. На те вщи. Патронов ноль просто. А можно ключами убить? О-хо! Можно в кого-нибудь потыкать. Я думаю, огнетушителем будет посильнее, чем ключами. О, я армутирую. Он слушает, стоит сзади них. Типа, чтобы я сейчас мутирую, такой, опа, обоих захавать. Главное, их на глазах не мутировать. То они меня убьют просто.
Умри, малыш. Надо было меня вылечить. Засранец. Где еще ребятки шалят? Ого, понятно. Нельзя эту штуку сломать. Трудная дверь. Что-то тут эта штука мне показывает. А где ближайший выживший? Ага, да, и правда. Показывает, где ближайший выживший, видать. Сейчас я знаю, что он внизу. А где именно внизу, я не знаю. Правда, я слышал там выстрел рядом со мной, вон там вот где-то, но... Что-то туда не показывает. Не судьба. Хм. Пиу, пиу, пиу. Нет, они не выживут. Я выполнил 6 заданий. А, нет, тут у меня было 6 заданий. Я видел там кого-то. Зомби такой какой-то подозрительный. Мало больше выжившего. Жаль, нельзя в рукопашку месить зомбаков. Было бы весело. Ходишь, как в Dead Rising, мучишь всех. Они там что там? Какой-то зомби матерится. Мне кажется. Кто-то ведет. Это тут. О, это же один герой, один из наших героев. Я за него в прошлый раз играл. Он там. Он, кажется, у нас уголовник. Понятно, все с ним. Все понятно. Хримос left. Остался один человек. Я не могу его найти. Эй, геймер, ты где? Послушай. Где он может быть? Наверное, вырежу, наверное, тот момент, где я сейчас ищу его. Хотя я не уверен. Может, он у выхода, кстати. Нет, этот зомби тут жив, значит, он не у выхода. Где даже и не был. Где-то там выстрел слышал. Они куда идут? Где-то вот там слышал, вдалеке, вот именно вдалеке, наверное, где-то в дальней той самой точке карты. Где-то там. Может быть, здесь внизу? Где-то тут зомби, я слышу. Зомби ходит за мной. Мне не нравится. А, это игрок. Понятно все. А, да у него еще и последователи. Я там слышал. То ли это выстрелы, то ли это мне глюки. Уж глюки даже, правда. Потому что... Вот это амбал. Я его даже обидел, он ушел. Никого. Нет. Открываю дверь. Угу. Я аж не один слышал это. Отсюда. А, я его даже вижу. Даже удастся обойти его.
Нет, тут никак его не обойти. Сейчас просто всей толпой на него навалимся и все. Ну, конец. А что, его убили уже? Я так не думаю. Это убили. А где он? Вот это он. Угу. Ах, попал. А. Я думал, не сможет. Ладно. Раунд 2. Что-то это такое, я застреваю иногда. То ли это ограничение, что типа нельзя сразу идти. Да, это ограничение дальше, что типа сразу нельзя идти. Мочи его зам. Ну я его укусил, он должен умереть скоро от заражения. Ему нужен медпакет, чтобы выжить сейчас. Есть. Ну даже просто так купить. О, cover fire. Я лучший в cover fire. Круто. Даже чувак кемпера получил. Кемпера. Как тут можно кемпера получить? А, наверное, то он и умер последний, кстати. А, это он и умер. Окей. Больно? Видимо, видимо, да. О, все, я уже слился так быстро. Давайте поиграем все-таки в другой, наверное, режим. Я хочу против игроков сыграть именно. То есть по-нормальному против игроков. Чуть-чуть из игры не вышел. Find game. Extraction. Паника. Вроде паника. Нет, не паника, наверное, даже. All mods. Searching for game, короче. А, ой. Ладно, ну ладно, к рандомному серверу. Это что у нас? Extraction. Нет, я не хочу Extraction. Наверное, даже будет, наверное, заканчивать на этом 40 минут. Собственно, серия хорошая. Ну, конечно, наверное, немножечко скучная выдалась. Но я еще только возвращаюсь на YouTube. И надо вспомнить, собственно, былые времена, когда я был коробкой, так сказать, мистер Боксом. Сейчас я уже стал Сирделисом. Такой быстрый поворот. И плюс мне еще надо поработать над группой. И... которая будет скоро выкладывать новости о канале, не только о канале еще, и о том, что какие проекты я, с каким проектом я работаю, какие проекты будут, так далее, и тому подобное. Всякие. Ну, можете туда зайти, собственно. Ссылка будет в описании, конечно же. Также теперь я скажу пока напоследок. Теперь видео будет выходить пореже, я бы сказал, и записи стримов будут приходить, ну, попадать на YouTube только, наверное, через пару дней, потому что мне надо будет монтировать игру. Ой, запись. Поэтому-то, собственно, особо не ждите, собственно, записи и видео, так как мне еще нужно, ну, как бы, чтобы было, что выкладывать в нормальном качестве, то есть 1080p, а не 360, как я выкладывал записи. Ух, давайте пока поиграем чуть-чуть еще. Окей, у нас тут где-то опасный парень. Нам не нравится, если честно. Очень нравится. Где-то тут. Я слышал выстрелы, я чик-чик слышал. Дробовика. Хотя, может, мне показалось. Ты знаешь, как наклоняется зомби, когда он так в сторону ворачивает. Это точно не фонарик. Слишком уж он приуривисто светит. А, это эти мигалки. Оки-доки. Спасибо, что палишься. Ну да ладно. Наверное, я еще немного поиграю в Contagion, пока без записи. Ну, собственно, я желаю вам удачи. Ребята, поздравляю, кстати, с прошедшим Новым годом. Я забыл поздравить на стриме с Новым годом вас, ребята. Ну, точнее, нет, я поздравил, кстати, я забыл. Поздравил все-таки. Ну, ладно, все равно с прошедшим Новым годом. Он все равно прошел совсем недавно только. Ой, с затупившим. Пардон.
перепутал слова. Ладно, с прошедшим вас Новым годом. Желаю, собственно, вам успехов, ребята, в этом наступившем году. Это мое первое, ну, видео такое, как ютубовское, ютубовского качества на после моего возвращения на YouTube. Ну, собственно, еще раз говорю, я заканчиваю. Всем удачи и всем пока!